Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня будем готовить запеченный рис с овощами и куриной голенью. Для этого нам понадобится куриная голень, 8 штук, соль, красный перец, приправа хамели сунели, лимонный сок, выжимаем 1/4 лимона, черный перец, перемешиваем мясо и закрываем пищевой пленкой. Оставляем это все на 20-30 минут, пока мы будем готовить овощи. Нам нужен 1 репчатый лук, 2 штуки морковь. Это все нарезаем маленькими кубиками. Нарезаем также чеснок, 2 зубчика. 1 сладкий зеленый перец. Жарим лук, чеснок. Также туда морковь добавляем. Все обжариваем. Сейчас начинаем собирать форму. У меня форма размером 23 на 28. Обмазываем оливковым или подсолнечным маслом. Кладем рис 250 граммов. Я готовлю из риса басмати. Басмати получается очень вкусным и рассыпчатым. И вот эти обжаренные овощи кладем поверх риса. Далее кладем горох. У меня замороженный зеленый горошек. Сладкий зеленый перец. А далее кладем сладкий красный перец. На это все выкладываем куриную голень. Наливаем 2 стакана воды с солью. Это 600 мл. Форму кладем в духовку на 180 градусов до готовности риса. Достаем. Натираем сыр на голень. И возвращаем в духовку на 5-10 минут, чтобы сыр растаял. Когда растаял сыр, достаем и добавляем сверху зелень. Наше блюдо готово. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, будет много интересного.